Динамо ТВ. Сам вообще как настроение? Все хорошо. Начинаем готовиться к сезону в втором сборе. Было там маленькая микротравма, но ничего страшного. Вот, я думаю, что в Турции приду в свои кондиции. Вот сейчас уже начинаю тренироваться в общей группе, уже даю тренеру задание как со всеми, так и отдельно работаю. Я думаю, что уже скоро будет все хорошо. Большую часть времени в Вологодске ты отсутствовал, по команде соскучился? Ну, конечно, соскучился по пацанам, по всем. Потом я, в принципе, там приехал, еще неделю находился там с командой, там просто занимался индивидуально. Вот, я же говорю, что уже все хорошо, как бы готовимся к сезону. Ну, как прошел первый день? Пошли. Отлично. Все супер. Привет, Минск. Минск, привет. В Турции тепло. Работаем, готовимся к сезону. Всем пока.